Безусловно, поправки Конституции Российской Федерации, они давно назрели, необходимость такая есть. Вот. И все, мне представляется, в основные жизненно важные вопросы учтены. И более того, вот с поправками Конституции особо нам вот в регионах Российской Федерации это закрепляется, государство гарантирует значит, развитие национальной культуры, языка. Вот, это очень важно, как президент Чувашского национального конгресса, для меня это очень важно, чтобы чувашский язык дальше развивался, чувашская культура дальше развивалась, для меня это очень важно. Государство также считает приоритетом значит, вот, развитие детей, семьи, защита детей, семьи, так, индексация пенсии, так вот, и минимальная заработная плата, не менее, или прожиточный минимум и так далее, много таких, в принципе, очень важные вопросы, все, и для нас это актуально.